Вы можете рассказать топ-5 несмешных шуток, которые для вас Гарик придумал? Класс, заготовочка, да, такая? Я вспоминаю одну историю. Мы показывали на КВН-е номер про многосису. Я говорю, да не, вы что, полуфинал, мы проиграем, так нельзя. Это что вообще, это как? И он говорит, ладно, вы не поняли, и начал показывать. И потом, когда он начал показывать, мы говорим, вот что ты имел в виду, и там такое вообще было. И мы, естественно, все посмеялись. А так, чтобы Гарик не смешные вещи какие-то придумал. У КВНщиков не принято говорить, нет, это не смешно. Если ты говоришь, это не смешно, ты должен предложить что-то как минимум такое же, а может быть и смешнее. Поэтому нельзя сказать, нет, не смешно, иди переписывай. Нет, ты должен сказать, не смешно, смотри как надо. Поэтому я не могу так 5 шуток сейчас вспомнить, не смешных.